До начала отопительного сезона осталось не больше месяца, поэтому депутаты городского маслихата проверили готовность города к зиме. Организовав выездную комиссию, они посетили несколько объектов, где все еще ведутся ремонтные работы. Депутаты маслихата города Семей организовали выездную комиссию, в ходе которой посетили объекты, где ведутся работы по замене теплотрассы. Они проверили готовность города к отопительному сезону и заверили, что совещания на эту тему будут продолжаться. Всего за летний сезон депутаты провели 3 выездных комиссии. Сейчас мы проверяем 7 объектов в городе. В данный момент находимся по физкультурной, и у нас протяженность трассы здесь 2 километра 800 метров. Готовность объекта 90%. Планируют завершить работу до 1 октября. Всего депутаты посетили 7 объектов, где ведутся работы по замене тепловых сетей. Наряду с этим в городе идет строительство центрального теплового пункта, реконструкция котельной Габасова, центр, а также текущий ремонт в котельной ВИРП. Мы сейчас на данный момент стоим на ЦТП-401. Это вот мы строим насосную. И внутриквартальные сети, 401 тоже называется. 3 километра трубу меняем, это получается 561 миллион выделилось. На эту насосную станцию выделилось 261 миллион. Напомним, изношенность тепловых сетей по городу Семей составляет 68%. В текущем году планируется обновить 15% сетей. Завершить все работы в отделе ЖКХ пообещали до 1 октября. Ботагөз Дандыбаева, Ертис Кочерханов. Телеканал «Семей».